Привет, друзья! Загрузился я вот Сила, Вашингтон, чусиками. Солнце уже заходит за гору. Сейчас буду ехать всю ночь. 7 утра до выезда. Так что вот так. Заехал на двери, не хотели брать меня, сказали, что меня завтра поймут, а брокер наврал, сказал сегодня на 7. Хорошо, что взяли. Ну все, я пошел отдыхать. Все, разгрузили меня, будем сейчас ехать за другим грузом. Так, целую ночь работал. Днем надо отдыхать, ждать часы свои. The next day. Все, еду за пикапом на Колорадо. Это такая соль высохшая, похоже, как снег. Все, загрузился я солью. Рада. Все газуем.
Короче, разгрузили меня в Walmart'е. Сейчас будем ехать за другим грузом. Еду в Юту. Колорадо нет, грузов домой. И все такие чиповские вообще. Ходил на Висконсин, там доллар 20 дает. Загрузили меня, начихались с Вашингтон, так что будем ехать сейчас. Я сейчас в Юте, Солт-Лейк. Очень легкий груз, 5000. Будем парковаться, дверей еще нет, вот траки стоят. Короче, сказали ехать на четвертой двери. Вот у меня 58-е. Короче, едем. Ну вот они и есть. Все, заехал я на дверь. Куча треков. Красную уже дали сразу. Не знаю, что должен ждать. Все, разгрузили, еду я ночевать где-нибудь, искать парковку. Завтра пикап будет у нас. Еду на загрузку сейчас на Лейси. Повезу ее домой, а потом мандой на Бойзи поеду. Приехал на загрузку. Заехал на дверь. Ну, короче, решил себе чаечек сделать со сладостями. Вот такой у меня чайник. Такой у меня груз bubble wrap, очень легкий.
Very nice. Едем по пятерке через Такому. Здесь трафан навстречу.